Всем привет! Сегодня я вам покажу, как правильно играть в Goblin Mind Games. Это игра, новая таполка Телеграма. И вы сегодня увидите, как правильно прокачиваться, что правильно делать, какие правильные функции и как правильно настроить. Но для начала мы разберемся и с заданиями. Есть ежедневные задания и награды. Вы в них заходите. Есть каждый день, то есть вы получаете по заданию. И не пропускайте их, потому что каждые 7 дней вы будете получать по 500 тысяч монет. Они очень вам нужны для прокачивания. Так же самое есть задание подписаться на YouTube, на TikTok, Telegram-канал Goblin Mind Games. И выполняете разные задания, чтобы получать хорошие монеты для прокачки вашей шахты. Как мы видим, шахт очень много, их штук 8 у нас. Но каждая шахта у нас дает по-разному монеты. Есть бронзовые монеты, но в 7-й шахте у нас уже серебряные монеты. Серебряные монеты вы будете скоро потом обменивать на тонны. 1 миллион монет, по-моему, 1 тонн, если я не ошибаюсь. Но для прокачивания шахты нам надо. Что нам надо? Вот первая шахта. Вы собираете. Есть тележка, есть гоблин. Заходите в улучшение. В улучшениях у вас есть первые майнеры, которых вы прокачиваете свою шахту, которые будут добывать. Но чтобы правильно добыть монеты для прокачивания, вам надо тележки. Для начала вы берите хотя бы 20 тысяч емкость тележку, не берите 50. 20 тысяч емкости. Потом в инвентаре вы прокачиваете тротил хотя бы на 1 левел, або на 2. Кирки хотя бы до 5 и отбойник до 5 левела. Заходите в шахту. Берете разработать сеть туннелей на хотя бы... Ну, на, там первый или второй левел вы, ну, смотря на сколько денег хватит на в тротиле. Потому что тротил нам надо как раз до разработать сеть туннелей. Что они нам дают, шахты, вы залежи в сутки сможете добывать. То есть 20 тысяч, 30 тысяч, 40 тысяч на каждом улучшении. Ну и далее вы прокачиваете персонал. Персонал вы прокачиваете тоже понемногу. То есть прокачали где-то до левела 6, собрали монет и опять по новой. Зашли в инвентарь, прокачали кирки, там малый тротил, шахту, залежи в сутки и персонал. Вот такая небольшая игра. Новая таполка в Телеграме. Скоро вы ее увидите. Также самое сейчас проходят разные конкурсы в ней. Всем хорошего настроения, всем пока. Подписывайтесь на мой Телеграм, будут разные новости. Также самое ставим ставки в фьючерсы, заходим в сделки, показываю информацию по всем таполкам, по новым. Телеграм-канал новый. Всем пока, всем хорошего настроения.